Пытаются очернить. На нас пытаются повесить очень такой большой знак минуса. Да? Наша задача какая? Быстренько из этого минуса выйти в деловую плоскость. Более того, из минуса выйти в плюс. Как мы действуем? Я услышала уже правильный ответ. У вас неверная информация. То есть обязательно следует отвечать. Первое правило – не молчать, отвечать. И как мы можем ответить? Показать. Это неверная информация. Вот как, на этапе как касание, мы сейчас рассуждаем, да. Это ложь, да? Это совершенно искаженная позиция. Или это ваше частное мнение, частное ошибочное представление. Да, или просто это не соответствует действительности. Я вас должен огорчить. Эта информация совершенно не соответствует действительности. А далее, после этого, все вот эти вот прекрасные ответы, примеры ответов на касание у нас на страничке 30 нашего раздаточного материала. Далее наша задача П, поворот, сделать поворот в русло дискуссии. Но при этом уже прервав зрительный контакт, очень важно, мы же помним, что мы все из животного мира, чтобы не было конфликта, нам желательно, если на первом этапе мы можем поддерживать зрительный контакт с человеком, который нам кинул такое неблагоприятное обвинение, упрек в наш адрес, то на втором этапе мы этот зрительный контакт прерываем, просто чтобы полностью выйти из конфликта. И если вернуться в рамки нашей дискуссии, да, если вернуться в тему нашего обсуждения, это поворот, мы возвращаемся вот в нашу тему, то я вам могу сказать, что по рейтингу компаний, у которых наилучшие результаты там ISO 2009, да, мы входим в список, лидирующую тройку в России по рейтингу фарминдекса, например, да, и это очень высоко. Поэтому вот, пожалуйста, мы с вами ответили на этот вопрос достаточно спокойно. И, по сути, все, что нам с вами сейчас предстоит, это разработать технологию ответов на эти выпады. Теперь давайте рассмотрим конкретные примеры, да. Вот вы видите, кстати, что важно, что делает эта техника? Она позволяет перевести четко из негатива, вывести, ну, по сути, в позитив, да? То есть, ну, нам важно на этапе П, да, поворота. Давайте вернемся в тему, давайте вернемся в русло нашего обсуждения. Если вспомнить о конве нашей беседы, то есть если, так сказать, вернуться к основным обсуждаемым нашим аргументам, то очень важно тут прервать зрительный контакт. Просто вы точно выйдете из конфликтной позиции. Это очень важно. То есть негатив, позитив. Но при этом мы четко свою позицию заявили. Это ложь. Это неверная информация. Это не соответствует действительности. Это ваше личное мнение. Это вы так полагаете. Да? Но если вернуться к обсуждению нашей темы более детально, то и пошли писать. Теперь давайте посмотрим на конкретных примерах. Ну, вот конкретный пример один из может выглядеть так, да? Пожалуйста, в вашей компании плохой имидж. Что делать не надо? Вот на нас уже с вами повесили жирный минус. Если мы с вами вдруг начнем уточнять, почему, то мы что только сделаем? Мы только усилим свой минус, потому что на нас сейчас с вами навешивают этих самых ярликов. Thank you.